Здравствуйте, на телеканале ОРТ «Новости дня». Чем запомнится этот четверг, расскажут корреспонденты нашего канала и я, Михаил Карин. И вот что вас ждет в этом выпуске. Оренбургский завод на контроле федерального министерства. Есть ли будущее у орских холодильников? Из северной столицы в степную. Какие проекты в областном центре обсудят гости из Санкт-Петербурга? Отопления нет, но возможно будет. Почему коммунальщики оказались не готовы к приходу тепла? Оренбург продолжает бороться за Кубок России. Победное пенальти забил Алексей Сутармин. Глава региона продолжает рабочую поездку по районам Оренбургской области. Сегодня Юрий Берг провел ряд встреч в Грачевском и Осикеевском районах. В селе Русско-Игнашкино состоялось торжественное открытие обновленного детского сада. Постройки уже около 40 лет, и она нуждалась в капитальном ремонте. На реконструкцию садика были направлены средства из областного бюджета, а это порядка 30 миллионов рублей. Сейчас здесь занимается 46 воспитанников. Губернатор отметил, что поддержка дошкольного образования – приоритетная работа областного правительства. Также в программе визита – проверка качества работ общественных территорий. В частности, в Осикеево была отремонтирована центральная площадь в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Также накануне глава региона работал в Орске. Там он встретился с руководством Южноуральского машиностроительного завода. Участники обсудили сложившуюся непростую экономическую ситуацию, а также антикризисные меры. Напомним, что сотрудники предприятия находятся в вынужденном отпуске до 5 ноября. Десятки исков в отношении ЮУМС уже находятся в арбитражном суде. Часть из них о признании предприятия банкротом. Свои претензии заводу предъявляют все ресурсоснабжающие организации. Общая сумма долга превышает 1 000 000 000 рублей. Только энергетикам завод задолжал более 260 миллионов. С 12 сентября все сотрудники, а это почти 3000 человек, находятся в вынужденном отпуске. Они получают 2/3 зарплаты. Также в рамках рабочей поездки губернатор провел совещание с руководством Орского завода холодильников. Юрий Берг отметил, что бренд должен быть сохранен. Этот вопрос обсуждался на встречах и с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Кроме того, ряд документов отправлен в администрацию президента Владимира Путина. Я жду сейчас ответа от главы администрации президента. А вашему руководителю я скажу, я не успокоюсь. Напомним, что 70 человек уже сокращено на Орском заводе холодильников. Руководство сообщает, что планируется уменьшить штат еще на 200 единиц. Официальных данных о банкротстве предприятия нет. Однако на сайте производителя появилась информация о реализации имущества. Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с резким спадом спроса на рынке. Интерес к холодильникам Орск за последние годы снизился в разы. В Оренбурге начинаются дни Санкт-Петербурга. Нашу область и северную столицу связывают тесные торгово-экономические связи. В деловой встрече примут участие члены правительства, а также руководители крупных организаций двух городов. Начинается культурная программа делегации северной столицы со знакомства с городом. И первое место – выставочный комплекс «Салют Победа». Здесь участники встречи возлагают цветы к вечному огню в знак памяти всем воинам, которые не вернулись со страшной войны. Алексей Гузанов, хранитель музея-заповедника «Павловск», признается, с нашим регионом связана история. Именно в Павловском музее хранится старинная оренбургская шаль, подаренная императрице Александре Федоровне. Под впечатлением гость и от уникального музея под открытым небом. Мы все обязаны хранить память об этих героических, страшном времени в истории нашей Родины. Это Великая Отечественная война, и поэтому это действительно такой памятник, такой парк должен быть, наверное, в каждом городе. После представители исполнительной власти, а также бизнес-сообщества двух городов собрались на совместное совещание, где презентовали торгово-экономический потенциал Санкт-Петербурга и Оренбургской области. Чем заинтересовал степной край представителей северной столицы, расскажем в вечернем выпуске новостей. Доходы и расходы увеличены почти на 10% и составляют около 82 миллиардов рублей. Министр финансов области Татьяна Машкова рассказала журналистам о том, каким будет бюджет в 2019 году. По словам главы ведомства, уже сейчас можно говорить о том, что в наступающем году правительство региона выполнит все финансовые обязательства.
Почти на 6 миллиардов рублей увеличатся собственные налоги области в будущем году. Основной источник прибавки – налог на прибыль предприятий. В плюсы также НДФЛ и акцизы. К тому же федеральный центр предоставит Оренбуржью трансферы более чем на 13 миллиардов. Принимая в расчет эти данные, Минфин делает оптимистичный прогноз. В будущем году общие доходы областного и муниципальных бюджетов могут достичь планки в 100 миллиардов рублей. Сегодня областной Минфин внес бюджетный проект на рассмотрение законодательного собрания. Солидные тома объемов более 2000 страниц в ближайшие недели станут предметом обсуждения депутатов. Впереди процедура публичного слушания. Первое чтение бюджета областным парламентом должно пройти в конце ноября. Непростой выбор. В регионе продолжается чемпионат WorldSkills. Жюри предстоит назвать лучших представителей рабочих профессий. Соревнования объединили на своих площадках около 350 мастеров. Как проходят состязания и что они значат для оренбургских участников, расскажет Елена Еремина. 345 человек собрал чемпионат WorldSkills в Оренбурге. 40 компетенций. На этой площадке соревнования по электромонтажу. Это первый модуль. Участники проводят монтаж кабеля несущих систем. 5 команд юниоров пробуют свои силы в соревнованиях по электромонтажу. Юным участникам до 16 лет. Создание схемы – только часть работ. Самое сложное, отмечают ребятам, установление счетчика. Провести проводочек и счетчик, чтобы все работало, лампочки загорелись. Мы учимся, поэтому решили попробовать. Соответствие размеров, углов, уровней, правильное собрание схемы. Работы должны быть выполнены по всем требованиям. С каждым годом мастерство повышается, поэтому задание только сложнее. Умный дом, автоматизация рабочих процессов. Сегодня эти навыки особенно актуальны на предприятиях. Среди экспертов обладатель медальона за профессионализм. Он перешел европейский уровень. Более 500 баллов за работу – результат многочисленных тренировок. Сегодня он пример, на который равняются начинающие. Эта награда очень тяжело, особенно мне давалась, так как тренировки были практически ежедневные. Приходилось до вечера тренироваться, собирать то, что ты уже собирал 10 раз, и еще раз собирать и улучшать свои показатели. Изготовление прототипов – одна из компетенций. За 3 дня собрать экранолед – цель каждого. Он должен функционировать. Каждый конкурсант работает над дизайном и работоспособностью модели. Соревнуются оренбуржцы и в парикмахерском мастерстве. В начальном модуле – собранная прическа на длинных волосах с окрашиванием. Растяжка цвета и объем в нижней затылочной зоне. Плетение. Ну, у меня плетение не коса, а жгуты. И волна. Это интересно, что-то новое попробовать. На создание прически 3 часа. За это время конкурсант должен справиться с окрашиванием, промывкой волос и сбором самой прически. 3 направления конкурса, и в каждом жюри внимательно ко всем нюансам. Идет на качество работы, на образ, на стилистику и именно тенденции направлений, они просто необходимы для повышения квалификации именно профессионального уровня, не только в парикмахерском искусстве, но, я считаю, во всех направлениях профориентации. Итоги всех состязаний будут подведены уже 2 ноября. Победители регионального этапа смогут показать свою профессиональную подготовку на всероссийском уровне. Елена Еремина, Владислав Горбунов. Новости дня. Прервемся на рекламу, после нее продолжим. Не переключайтесь, и в следующей части выпуска вы узнаете. Отопления нет, но возможно будет. Почему коммунальщики оказались не готовы к приходу тепла? Оренбург продолжает бороться за Кубок России. Победное пенальти забил Алексей Сутармин. К началу ноября в Оренбуржье установилась по-осеннему холодная погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дневная и ночная температуры существенно понизятся. Тем временем не во все дома области пришло тепло. Жители восточной столицы замерзают в собственных квартирах. О том, почему коммунальщики не могут решить эту проблему, в нашем следующем сюжете. Жители дома номер 15 по Орскому проспекту замерзают в своих квартирах. По словам собственников, перебои в отоплении происходят постоянно. С 1 числа нет отопления в доме периодически. То они включат, и он быстро уходит, и оно все остывает, и все мы продолжаем мерзнуть. Вот, пожалуйста, наглядный пример.
раз – холодные. С установлением минусовых температур ситуация только ухудшилась. Об этом говорят сами жители многоэтажного дома. Людям приходится одевать теплые вещи в собственных квартирах и, чтобы хоть как-то обогреть комнаты, включать газовые плиты. Это при том, что администрация Орска гарантировала, запуск системы отопления в городе должен завершиться до 19 октября. Люди обратились в управление жилищной политики Орска. Там посоветовали сменить управляющую компанию. Еще три обращения жители направили в адрес коммунальщиков. Мы неоднократно обращались по отоплению. Можете зафиксировать в журналах. Я вчера там была. Они говорят, мы сейчас заявки в журнал не фиксируем. Фиксируем только заявления. Я считаю, что они нарушают наши вот эти права как собственников. Нам удалось получить комментарии общества «Советский жилищный сервис». По словам руководителя управляющей компании, проблема в многоквартирном доме им давно известна. Не хватает немножко теплоносителя и объема. Стояки постоянно перепускаются, то есть в хаотичном порядке они имеют свойство останавливаться. На все жалобы и заявки реагируем, перепускаем. Стояки обрабатываются, очень много воздуха. Директор заверила, что к установлению холодов проблему удастся решить совместно с Орским предприятием тепловых сетей. О том, какие меры предпринимаются сейчас, еще предстоит выяснить. В адрес руководителя мы направили официальный запрос. Наш телеканал будет следить за развитием ситуации. Алина Волохова, Анастасия Синченкова, Владислав Логинов, Николай Баранников. Новости дня. Уже сегодня в эфире нашего телеканала программа «Начинаем следствие». Дело крупнейшее в истории региона банды наркоторговцев. 210 лет заключения. Такой приговор в общей сложности получили участники организованной преступной группы. Подробнее о том, что ждет зрителей, узнаем от Анастасии Синченковой. Они не скрывают улыбки и позируют на камеру. Это крупнейшая преступная группа региона. На скамье подсудимых сразу 17 человек. Все они обвиняются в распространении наркотиков. Организаторами банды создан интернет-магазин. Онлайн-продавцы предлагали сильнодействующие запрещенные вещества. И после того, как приобретатель наркотиков перечисляет деньги, ему путем, опять же, переписки в сети интернет автоматически, каким способом выдается информация о местонахождении того количества наркотиков, за которое он заплатил деньги. Преступная группа организована в Саратовской области с 2014 года. Она начинает заниматься распространением наркотиков и в Оренбуржье. У каждого участника банды четко отведенные роли. Только во время обысков обнаружено около 13 килограммов запрещенных веществ. На черном рынке это количество наркотиков оценивается более чем в 30 миллионов рублей. Расследование по делу длилось больше года. К ответственности удалось привлечь и высшие звенья преступной цепочки. Какое наказание получили участники ОПГ и почему сам организатор группы смог избежать ответственности? Об этом расскажем в новом выпуске программы «Начинаем следствие». Смертельная статистика, криминальная хроника о том, какими преступлениями запомнился последний месяц, расскажут авторы программы. Здравствуйте! В эфире Анастасия Синченкова, и мы начинаем следствие. В новом выпуске о том, почему каждые 3 минуты в стране фиксируется новый факт мошенничества, почему киберпреступники совершают атаки на мобильные банки и почему сами пользователи сообщают пароли от своих банковских карт. Ответы на эти вопросы в программе «Начинаем следствие» в этот четверг в 19:35. Анастасия Синченкова, Владислав Горбунов. Новости дня. И в заключение выпуска к новостям спорта. Оренбург с минимальным счетом обыграл Тюмень. Встреча прошла на домашнем стадионе в Росташах. Наши футболисты продолжают борьбу за Кубок России. Как удалось отстоять на ноль и почему соперники не согласны с пенальти, расскажут мои коллеги. Разбег. И 1-0. Оренбург повел после 11-метрового. 32-я минута. Ключевой момент всей игры. 19 номер. Алексей Сутармин забивает пенальти. 11-метровый назначен после нарушения во вратарской зоне. Желтую карточку получил голкипер Тюмени Игорь Обухов. Эпизод уже вызвал немало споров. Обидно, конечно, да. Было давление в многих моментах со стороны Оренбурга. Но обидно, что пропустили гол с пенальти, который, по моему мнению, так плюс-минус. Конечно, я еще не видел, но многие говорят, что не было. Соперник Оренбурга представляет второй дивизион. Однако в Кубке России Тюмень показывает стабильно хорошие результаты. В прошлом туре команда выбыла из розыгрыша московской ЦСКА. Понятно, что в РПЛ там мастера намного лучше, но
каждая команда, любой человек хочет выиграть и доказать, что он сильнее другого. Что не думаю, что они слабее какой-то премьер-лиги команды. Счет на табло не изменился до конца встречи. Голкипер Оренбурга Александр Довмня смог отстоять на ноль. Несколько опасных моментов наши создали у ворот Тюмени. Однако реализовать их так и не удалось. Не хватает хладнокровия в завершающем пасе, в завершающем ударе. Казалось бы, порой и мячу некуда деваться, но мяч, к сожалению, в ворота не шел. Второй я имею в виду. Ну и поэтому... Не сказать, чтобы. Но вот один моментик, как бы футбольный бог сопернику всегда дает при вот нереализации своих моментов. В четвертьфинале Кубка России Оренбург сыграет с Арсеналом. Накануне тульский клуб одержал победу над грозненским Ахматом. Следующую встречу в рамках турнира наши футболисты проведут в декабре на домашнем стадионе. Станислав Кайсин, Владимир Зволинский, новости дня. На этом пока все. Очень скоро мы продолжим освещать события нашего региона. Оставайтесь на телеканале ОРТ. До встречи в эфире.